Новая жизнь на старом месте. Наследники советской эпохи, гаражи возле дома номер 190 на улице Терской уходят в прошлое, а именно под снос. Такое решение приняла межведомственная комиссия. Жители дома не скрывали радости. Мысль облагородить двор возникла давно, а вот реализовать ее возможности не было. Управление муниципального контроля совместно с активными гражданами и жителями установлены собственники данных гаражей. Собственники проведена разъяснительная беседа о том, что данные объекты необходимо демонтировать. Некоторые собственники по состоянию здоровья не могут переместить эти объекты. Администрацией принято решение о помощи в демонтаже данной категории граждан. Демонтаж гаража – дело трудоемкое. На помощь пришли рабочие. Они распилили два гаража и сдали на металлолом. Деньги же получили собственники. С балкона наблюдаю весь этот старый ржавый хлам. Конечно, сильно он портит вид. Ну, в свое время они уже отжили. Как говорится, все течет, все меняется. Пора уже наводить порядок. Третий гараж владельцы пообещали разобрать сами. У них появилась цель – навести порядок на своей территории. Эстетика города обязывает. Убрать и порядок навести здесь, посадить, что нужно, кустики там, все. Это место для зелени, для детей, чтобы могли выйти на улицу. Они для этого хлама. Совсем скоро этот двор преобразится. Здесь появятся новые тротуары, газоны, парковки, освещение. Благо теперь пространство позволяет воплотить в жизнь все то, о чем жильцы до этого только мечтали.